Согласитесь, не просто отстаивать свои интересы в одиночку. Совсем другое дело, когда чувствуешь поддержку множества жителей своей малой родины. В таком формате проходит уже 5-я встреча руководства Щелковского района с населением. В этот раз задать актуальные вопросы властям смогли жители сельского поселения Огудневское. Будет такой вопрос по вывозу мусора. Это вопрос больной. Я желаю от этой встречи решения проблем для нашей деревни, которая с каждым годом все-таки у нас разрастается. Как обычно, самые острые проблемы в сферах ЖКХ и благоустройства для многодетных мам села Петровская. Наболевший вопрос – инженерная инфраструктура. Основной, конечно, вопрос, как у нас везде главная проблема – это финансирование. Какие у нас дальнейшие перспективы по обеспечение инженерной инфраструктуры участков, выделенных многодетным семьям. Вот здесь у нас Никита Александрович присутствует, зам по строительству, который на данный момент отвечает за инфраструктуру всех участков, относящихся к многодетным семьям. Буквально в четверг в 12 часов все желающие, которых интересует именно этот вопрос, то есть я приглашаю вас на совещание в администрацию Щелковского муниципального района в 416 кабинет. Будут приглашены все подведомственные службы. Также руководитель администрации Щелковского района отметил, что к развитию инфраструктуры на участках, выданных многодетным семьям, необходимо привлекать инвесторов, работающих в поселении. Обратились жители и с главной проблемой современного здравоохранения – нехваткой кадров. Раньше в Огудневе всегда был врач. Были медсестры, было даже анализы можно было сдать, приезжал человек. Гинеколог принимал. Сейчас вообще этого очень-очень редко можно что-то добиться. Представители руководства Щелковского района отметили, что хотя полномочия по здравоохранению сейчас на областном уровне, но от местных властей тоже кое-что зависит. Например, выделение жилья. Готовимся к реконструкции общежития, где сможем представить порядка 50-70 малогабаритных квартир под врачей, под средний медицинский персонал, под врачей. Тем самым мы усилим вот этот пробел, то есть мы ликвидируем его. Вывоз мусора – проблема актуальная для жителей Огудневского, как и для многих сельских поселений. Глава Щелковского района озвучила региональную концепцию по распределению отходов, которая разрабатывается в данный момент. Согласно этой концепции, за 2016 год будет выстроена система, согласно которой каждый житель должен будет заключить, ну я имею в виду проживающий, да, должен будет заключить договор с мусоровывозящей компанией, причем заинтересованность будет вот у этой компании. Прямой вопрос, честный ответ. Результатом встречи многие жители остались довольны. Получила положительные ответы на вопросы, очень довольна встречей. И желаем, чтобы почаще такие встречи проходили в нашем поселении. Я вполне довольна встречей. Ответ меня полностью удовлетворил, собственно, что мы и ожидали. То есть нам как оказывалась помощь, так и, видимо, будет оказываться. Мы очень благодарны. Формат хороший, то, что можно задать вопросы и ожидать решения. Всего во встрече смогли принять участие более 200 человек. Жители Огудневского. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».